Антон Анташев регулярно прививается от гриппа. В преддверии роста заболеваемости ОРВИ это самый эффективный способ защититься от осложнений заболевания. Вакцинация проходит быстро и почти безболезненно. Сначала пациент проходит осмотр у терапевта, затем ему делают прививку. Почему нужно прививаться? Во-первых, это здоровье мое, это здоровье моих окружающих. Нет времени болеть, не хотелось бы оказаться на больничной койке там с тяжелой формой пневмонии, допустим. Да и сама прививка как бы занимает очень мало времени. Конечно, практически все сотрудники прививаются, если нет медицинских противопоказаний. Также и команда тоже прививается. Вакцинация формирует коллективный иммунитет, который защищает население в целом. Для этого необходимо сделать прививки большей части жителей. На данный момент в регионе вакцинировались от гриппа более 480 тысяч человек. Очень важно привиться не одному человеку в семье, не одному человеку в коллективе, а именно коллективный иммунитет. У нас по плану, да, 60% от всего населения. В нашей поликлинике это 178 тысяч человек. На сегодняшний день мы уже вакцинировали порядка 42 тысяч граждан. Жители региона могут пройти иммунизацию в одном из 170 стационарных прививочных пунктов. В нашей поликлинике также организована выездная вакцинация на дому. Это к лицам маломобильным и, соответственно, в организованные коллективы. Мы выезжаем, значит, в школы, детские сады, комбинаты питания, в торговые центры. Соответственно, вакцинируем всех сотрудников на местах. Прививку от гриппа делают четырьмя препаратами. Сови-грипп, Флю-М, Гриппол Плюс и Ультрикс Квадри. Всего с начала прививочной кампании в пункт вакцинации доставлено 1 200 000 доз вакцин от гриппа. Ожидается еще поставка более 750 000 доз. Узнать информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно на интерактивной карте сайта областного Минздрава.